Почти 2 миллиарда рублей на проектирование новых дорог, строительство двух путепроводов и капитальный ремонт мостов, магистралей и внутриквартальных территорий. Такое финансирование региональное правительство выделяет Волгограду в этом году для решения одной из самых острых проблем города. Сейчас на всех объектах уже идут работы, а соблюдение качества и сроков ремонта во дворах южных районов Волгограда проинспектировала областная инспекция. Дорога в этом дворе по улице 64-й армии в Кировском районе Волгограда не видела ремонта 25 лет. Строительным бригадам, которые уже начали класть щебенку и менять бордюр, жители рады. Конечно, мы довольны, мы очень довольны. Но мы просто не хотим разочарования и хотим, чтобы нам этот ремонт сделали качественно. Качественно и сделали в полном объеме. Чтобы было именно так, как хотят жильцы, работу подрядчиков проверяет областная комиссия. Первый вице-премьер правительства региона Роланд Хирянов говорит, деньги губернатор выделил городу для того, чтобы ремонт был проведен качественно и у людей не осталось претензий. В основном живут пожилые люди, спотыкаются. Мы просим вас, чтобы нам сделали это. Ну потому что говорят, не будут, только дороги будут делать. И сразу же поручение. Ремонт должен касаться не только проезжей части во дворе, но и других проблемных участков. Персональное поручение. Вот сделать все, чтобы вот здесь не было вот этих вырывов, чтобы люди могли спокойно ходить, чтобы дорога была ровная. А вот просьба у жильцов, стоящего рядом дома, в ходе ремонта внутриквартальной дороги предусмотреть карман для машины, детскую площадку. Для внесения изменений в проект инициатива граждан должна быть оформлена официально, говорит первый вице-премьер. Вы должны больше 50% подписи собрать с просьбой сделать карман. Я помощников выделю вам, и тогда мы вместе сделаем здесь карман. И у вас будет детскую площадку, само собой. В правительстве области ждут от городских властей качественного ремонта, поэтому в инспекциях участвуют специалисты, проверяющие пригодность стройматериалов. Мы здесь по приглашению губернатора Баженова Сергея Анатольевича работаем второй год. Работаем второй год на контроле качества дорог. Там, где качество проверяет независимые лаборатории и дают гарантию, потом претензий от жильцов нет. Так должно быть во всех дворах, где сейчас идет ремонт, считают в областном правительстве. Тем более, что только на внутриквартальные дороги городу выделены в этом году больше 300 миллионов рублей. Волгоград получил 330 миллионов рублей областных денег по поручению губернатора. Мы делаем все для того, чтобы жители жилых домов по местам проживания чувствовали себя комфортно. Выезды запланированные в первую очередь ставим перед собой целью, чтобы не только тратить бюджетные деньги, но чтобы тратить эффективно, чтобы контролировать качество выполняемых работ, чтобы жители были довольны.